Ну что ж, друзья мои, пойдем дальше. Я уверенно двигаюсь к памятнику порока Михаила Шемякина. Вот изумительный дом Пашкова, это шедевр архитектуры. Кстати, сейчас я думаю, что-то вроде шпиля не хватает. Наверное, он там и не должен быть. Вот здесь всегда была надпись Samsung, вот здесь. Так, ну, нормально, сегодня нормально себя чувствую. Опять же, я не знаю, как у вас, а у нас в Японии три врача в изду смотрели, ничего не поняли, как поется в частушке. У меня, короче, день за днем просто-напросто способ выжить. И жесткое было, жесткие несколько дней были. Я бы сказал, что абсолютно страшные. И я бы еще добавил к этому, что я не психопат, а этот, который очень обостренно, чувствительно на все реагирует. Истерик. Истерик в полном смысле слова, ребят. И гораздо. Вот именно как картинно, как барышня, которая у кого в пальчик падает в обморок. Я. Ребятки, у кого в пальчик, падаю в обморок от вида собственной крови, от этого, особенно какого-то пореза. А чужой нет. Когда мне надо оказать помощь, я, как бы сказать, прихожу в себя и действую. А так, вот что касается всего увиденного, ощущенного. Понимаешь, дело в чем, что каждый человек ведь как-то ведь живет, и он... Короче, у меня саморазвитие. Я совершенно целенаправленно развиваю и свое мышление, и пополняю свои знания, как в каких-то гуманитарных сферах, так и в сферах жизненных. И вот что. Я отслеживаю собственные реакции на все, что происходит. Я наблюдаю определенные интуитивные реакции, то, что безусловно, что-то я предощущаю. И дело в том, что ощущаю я, как и любой человек, не все, что я вижу, а то, чего я не вижу, я тоже ощущаю. И я эти ощущения анализирую. И ну, часто у меня и вскипает голова, и часто я принимаю одно за что-то другое. Мне очень сложно, понимаешь? Сложно вот в каком смысле. Как мне вот моя сестра Юля сказала, она работает в школе для аутистов. В чем суть аутизма? Не в том, что это человек как-то не понимает того, что он замыкается. Он замыкается, потому что ему тяжело воспринимать реальность, потому что она для него очень грубая, как для кота звуки, понимаешь? Вот в присутствии кота, допустим, на скрипке, когда играешь, он просто мучается, он начинает тереться о твои ноги, просить тебя, чтобы он перестал себя мучить, потому что у них очень тонкий слух, и для них это громко. Режет слух. У аутиста очень обостренное восприятие, ему тяжело. Он это все звуки слышит в 5 раз громче, все реакции в 5 раз обостреннее. Вот я как раз именно стал вот таким, не то что я стал аутистом, нет, но вот именно в этом смысле, что понимаешь, чем я больше дальше ухожу в своем развитии, тем я, в общем, становлюсь чувствительней и так далее. Ну, может быть, ты в 2 словах понял, о чем я говорю. Да, я не знаю. Я, понимаешь, когда я говорю, что я являюсь инопланетянином, во-первых, во многом это правда, а та половина, которой мне не хватает, я бы хотел приобрести. Да, я бы хотел им быть при всем ужасе положения. Знаешь, что я не... вот в эти 2 дня последние понял, что моя позиция бездомного крепче, чем ихние ипотеки, жены с детишками и так далее. Крепче. Это я силен, это я выигрыш, ребят. Это я жив, а они все умерли, как сказал Филипп Дик.